канун 56-й годовщины Великой Победы в арт-галерее «Эос» открылась выставка запорожского художника Антона Гулича. Казалось бы, все предсказуемо – и дата, и тематика, и военное прошлое самого автора. Но выставка уникальна. Самое большое удивление от увиденного на ней, наверное, должны испытать работники электротехнической промышленности. Вряд ли кто-то из них мог представить, что техническая крепированная бумага, которую они используют в своем производстве, пригодна для живописи. И как же удивились художники, когда увидели, что на этой капризной, расползающейся от воды бумаге можно писать акварелью. Но Антон Гулич – экспериментатор. Единственный в Украине живописец, которому удалось подчинить техническую бумагу искусству. А ведь сначала и он использовал ее в качестве обертки. Привезли мне вот два рулона с завода, трансформаторного завода, вот этой бумаги. Для того, чтобы завернуть работы и везти в Москву. Я один рулон использовал, а второй остался. Он лежал у меня в мастерской года два. Я не знал, что с ним делать. А потом начал химичить, пробовать, что с ней можно делать. Попробовал темперой, она сжимается. Попробовал, пастелью, она рассыпается. А потом начал акварелью, она интересно повела. Тот, кто знаком с творчеством Антона Гулича, называет его импрессионистом. Не изменил своему настроению художник в работе с крепированной бумагой. Он мастерски передает все оттенки, нюансы и переливы цвета, не каждому подвластны даже на традиционном холсте. В чем же секрет его подхода к столь сложному материалу? Особое качество акварельных красок или, может быть, искусно подобранные кисти? Акварель самая обыкновенная, можно и школьные работать. Но дело в том, что эта бумага ведет себя очень грубо и непредсказуемо. Она вдруг взорвется, набухнет или растянется, и все, и надо ловить рисунок. А потом она, вот когда поймаешь рисунок, она, когда высохнет бумага, все становится на место. И вот ждешь, знаете, как вот фотографии, кто занимался, ждешь, что ж там получится.